Здорово, подписота, 27 января, настало время пельменей. Пельмени, ням-ням, бульмени конкретно в нашем случае. Морква у меня забродила. Что делать? Давайте сюда, как в суп ее. Как в суп. Надеюсь, у меня не будет поноса. А вообще, очень обидно, что у меня вчера свет выключили, и морква уже сюда в пельмени, прикинь, тут реально уже сама вот эта еда начала бродить. Из закусочного оборудования у нас был, да, и мам был, да. А, мазик, да, мазик в наличии, да. Юля, молодец, написала, мазик в наличии. Давай, мазик в наличии. Мазик в наличии. Вы любите плотно пожрать с утра, ребят? Любите, да? Наверное, не любите. Очень обидно за морковь мне. Очень обидно. Ну ладно, что делать. Переживем. Действительно. Будем кидать ее в супы. Поняли? В супы будем кидать ее. В супы. Во второе, в что-то. В ту же... тоже... Знаете, что? Гречка по-купечески. Тоже можно делать. Короче, буду эту морковь уже не есть, она негодная. Но в пищу ее можно добавлять. В этот. В готовку, короче. Но очень обидно. Больше я ее делать не буду. Я долго настраивался, но... Ладно. Давай по БЛД приколимся. Лучара. Много морквы. 3-литровый банк. Трехлитровая банка. То есть она реально негодная стала. Все, ее только чисто теперь, ну, варить, в готовку куда-то кидать. В готовку. Утренний лучок в наличии. Также утренний чесночок. Это прям топ. Запах должен от тебя быть топовым. И сейчас пойдем на почту получать мелкий пакет из Китая. А этикетки банка можешь посмотреть на камере? Нет, нельзя. Я не рекламирую. Мне вообще никто не платит за рекламу. Ни сусла, ни БЛД. И все, я больше ничего не говорю. Все. Так что вот так вот. Сусла я больше не пью. Будем пить другие вещи. Thank you.
будем пить другие вещи. Спортик, ты имам Бэлды ела? Ну, пробовал вообще, по крайней мере, имам Бэлды. Короче, закуска из баклажан. Наподобие, знаешь, как наша баклажановая икра обычная. Вот такая. Короче, ну жирная, жирноватая, но любитель, мне нравится очень. Продается в покупочке, в магните. Их два вида вроде есть фирмы, но вот этот, мне вот этой фирмы нравится. Говорил, не рекламируй, а я же видос пишу. Ютуберы зависли, короче, ютуберы зависли. Не знаю, с чем связано. Да. Ютуберы зависли. Первый раз такое. Обычно дома не висят. А тут зависли. Как дела, Женечка? Дела нормально. Дела нормально. Сними, плиз, интересно будет, как насчет фастфуда. Он у меня и так постоянно, это фастфуд. Короче, ютуберы зависли. Ну, выключаем их. Ютуберы зависли. Здорово, Пенза. На Ютубе умерла трансляция. Не знаю, с чем связано. Здорово, Пермь. В принципе, я все.